Дай мне картошку. Она уже долбится в окно. Ну, а ты, блин, вот так поставлю. Ох, блин. Да, еще к вам картошку. На. Вот, блин. Здорово, да, смотри, как здорово, красивая птица. Дальше. Главное, чтобы она мне руку не отцапала. Из окна он сам полетит. Вот так? Да. Вот он. Прости, птичка, я не подумала, что ты не унесешь. А ты убери, может, она сразу прилетит. Я что, убрала? А вот она. Ого, смотри. Они вот такие хитрые. Может, это ворон целый. Ага. Нет, спасибо. Да не, они маленькие. Нет, спасибо. Да попробуй. Андрей, я закрою окно. Да попробуй. Можно я его просто кину? Нет, да... Вон он маленький прилетел. Да, и ничего нет. Сейчас, секундочку. Эй, вернись, чувак, я не успела подготовиться просто. Да не бойся, блин, они вороны... Ворону нет, спасибо, не хочу, чтобы мне руку цапнул. Он очень страшно на меня смотрел. Он и сейчас сидит смотрит. Да просто, да господи, ничего с другой не сделал. Давай я вверх кину, он нет, поймает. Нет, он это вот на лету поймал. Да нет. Да, Андрей. Да, я не могу так снять. Но он схватил кусочек, улетел поэтому. Ого, блин. Ворона. Получилось. С машины тоже соседняя офигела. Аж посмотрел на нас. Он тоже был очень любой. Она уже улетела. Ладно. О, блин. Это тоже была ворона? Да. Да ладно, все, хватит. Сейчас она стирала по этой машине.